Що було? Сіно замокло, воно ушло. Для тварин було зерно, теж воно ушло. І вместе з тваринами клітки ті поплили. Да, це дуже больно. Була посаджена картопля, буряк, морковка, ну от все, що в хазяйстві, там лук, чеснок. Картошки дуже багато, кабачки. Ну, як ми селяни, ми все садили, щоб було у нас на год кушати. Усе, нічого. Нашел я, Владимир Ильич. Очень и очень сегодня актуальная тема. Резиновые сапоги, лопаты, ведра, мусорные мешки. Это все надо сегодня. Ну, убытки достаточные, скажем так. Ну, даже не знаю, как вам сказать. Но вода в магазине стояла, вот мне будет по грудь. Где-то вот так вот. Это 1,5 метра высотой. Практически все, что находилось ниже, все поплыло и, скажем, повредилось. То есть все не подлежит ни восстановлению, а просто необходимо просто утилизировать. Значит, вода упала на 3,5, на 4 метра. Уровень воды был... Нечем пока. Ну, короче, по вот эту вот. Смотрите. По верхней, как? Ага. Видите, вот этот блок, следующий блок. Нет. Он каждый день падает, ну, чуть-чуть ближе, но все равно она каждый день уходит и уходит. И вот мы как раз сейчас с другом обсуждали, что так скоро и Днепра у нас не останется. Просто шок.